Дай мне руку, Найджел! Тайной тропой поведу я тебя. Ну ладно. Что было в конфетах, которые вы привезли из отпуска? Не бойся меня, Найджел! Я твое тотемное животное! Мистер Смол? Там мои руки! Они как пара красных пауков! Что в конфетах? О, это не конфета, а свечка. Дети, сегодня уроков не будет. Все ваши учителя в больнице. Ну ладно. Как можно быть таким чёрствым? Да, ты прав. Ладно, пошли домой. Мистер Папа не ждет нас так рано. Да уж, у него сейчас третий завтрак. Ну ладно. Эй! Дети, как дела? Нет. Уроки отменили, что это у тебя на губах? О, я тут как раз ел те гадкие штуки, которые кладут на тарелки для красоты. Это вы про овощи? Да, это они у меня на губах. Про овощи.